Welcome to Ukraine. Завтыкали там. Ну, вот смотри, смотри, маленькие, смотри, приблизь их. Я же подбежал. Хорошка. Глянь, как идет. Никуда пошла. Ты помнишь, за воробьями гонялась? Барашка. Я покупаю маме маски, чтобы потом мазать их на себя. Что это? Только понюхай. Но сначала зацени. Там вообще. Это виноградное вино. Я тебе много не наливаю, Дусь. Ну, давай. Им, конечно, очень медленно, так почмокай, расчмокай. А теперь выпей. Ну, не залпом. Не, ну да, ну так. Пей. Ой, профессионал учит ребенка бухать. Как мне хочется ей на кружку на голову водить. Игреся уже к нам пришла. Сразу почувствовала, что мы кушать сели, и пришла к нам. Причмокнуть. Как? А причмокнуть. Так я чмокнула. Это ты в этот момент что-то сказала, и звук моего чмока заглушила. Недавно папа залез в погреб, короче. Как начал со всех бутылок пробовать. Не можем вспомнить, где что, в какую наливали. Надо было все подписывать. И давай со всех бутылок пробовать. Боже, как вкусно. Еще вкуснее, чем было. За ваше здоровье. Давай. Не будем знать Вечка. Хорошего. Мамы на производстве. Но подожди. Это она... мама. Подожди. Но такое впечатление, как будто это вишневый сок вот просто выжатый. Спирта вообще не чувствуется, да? Наше производство. Будем скоро бренд выпускать. А надо теперь еще было подписывать Руди, бренд Руди. Руди, да. А подписывать надо было, чтобы рецепты запомнить на следующий год. Ждите от нас новый бренд. А я буду. Ты вообще, конечно, не заслуживаешь. Я вообще в шоке. Я даже каша... Знаешь, как вино проверять? Киноа у меня каша как есть. Разве это порошковое или нет? Как это? Если... Вино осталось в рюмке? Настоящее. Если оно, вся тарелка красная, смешалась, то это порошковое. Ага. Из-за того, что спирт, он легче воды. Он выталкивает. И он будет оставаться в рюмке. У нас тоже вода, видишь, покрасилась. Ну, я же тебе сказал, аккуратненько только надо. А я, да, я чуть быстро сделал. Понял? Ну да, стоит. В бутылках. В общем, у нас никогда не скучно. Как бы достопримечательности Красноармейска таятся не за горами. Выпасаются вон прям среди жилых домов. Это как бы нормальные вещи. Ай, косит. Тут у меня вот, бока. Я иду в зал. Приветик. Приветик. Девушка, давай сюда. Чем кормить нас будешь? Что ты меня это снимаешь? Кормить? Чем скажете, тем я накормлю. Что мы скажем? Да. Блинчики, конечно, не хватит. Вас сразу кормить? Да. Холодные, да? Нет. А ты... Добро пожаловать в ресторан у бабушки. Сегодня под заказ. У нас есть магазин у Ильи и ресторан у бабушки, да? Да. Ой. Просто заказывайте еду, и вам делают ее под заказ. И потом стоят над тобой и смотрят, пока ты все не съешь. Нет. А потом еще тормозок складывают. Это называется дополнительный контроль питания. И take-away. Красноармейский take-away. Да, я вижу. Фотографы. Опять? Ну ладно, да, ложить. Не буду сверху ложить. Не надо. Хватит, да? Только много. Много. Ты еще попросишь добавки. Не сомневаюсь.
Такой суп только бабушка может сварить. Ну, в ресторане у бабушки. У бабушки. Мы специально говорим на другое нет, чтобы потом блинчики вместились. Mm-hmm. А ты ожидала, что мы нет скажем блинам? Диана всю дорогу про них говорила. Угу. Mm-hmm. Вино хотела к ней. А что к блинам есть? А что? К блинам. Диетчицы. Он прям тает. Лерка, ты заснимала вчера то, как я танцевала в валенках? Тебе? Да. Ну покажи. Бабушка, в Ютубе посмотришь. Ютуб ты выложила? Ну еще нет. А что, жалко показать? Может, мне не понравится, зачем? Ага, потом ты скажешь мне вырезать все с Ютуба. Вырезать. А что, Диана видела, а я нет. Я не видела. Так баба. Ты там была. Это собрание картин и скульптур из нескольких десятков городов России. Только ты же показываешь, это же надо будешь смотреть. Полторы сотни городов известных по всему миру. Камера. Это вот Дианка. Да, это очень. Поклониться каждому герою. Вот макет памятника генералу Ефремову. Вот подвиг, совершенный в 42-м. Прям заснула. Да не заснула, тут, наверное, смеялась. Это моргнула. Или моргнула. Ай, на куче листьев сидите вы. А это с бубриками. Владимир Мединский предложил Сергею Собянину поставить памятник Ефремову в Москве. Красивая фотография. Вот, это самое. У каждого свои санки, шапки красивые, куртки красивые. Вот они. Цензура, 18+. Вот они, вы сидите на лавочке, ножки свесили. Еще ножки туда свисали. Вот тут мы уже прям взрослые. Да всякие тут есть. Сшили на заказ одинаковое платье. Да, да, да. Мы с мамой своей ходили. Вот. Заказали, она нам показала, и нам мы заказали вот эти два платья. Спасибо бабушке, что у вас все время вот это у вас. Фоткала, да? Да. Мучала. Мучила до слез. Диана плакала. Мне нормально хотела. Было. Я да. Любила фоткаться. А ты любила, а Диана всегда это. Мой первый фотосессия. У тебя на голове шапка. Первая фотосессия. В доме 28 градусов жары, у тебя шапка на голове. А норковую шапку я ей одела. И воротник положила коричневый норковый, фотографировала. Она не хотела. Вы должны всю жизнь поддерживать друг друга, встречаться, фотографироваться. А мы сегодня фотографировались. Вот, и чтобы у вас была память и дружба. Ушки какие. Веночек сплела себе Дианочка. Почти как елочка с размером, да. Мандель! Мама вот стоит, рука ее. И вот горшок на голове. Это шляпа. С игрушками. Я умная, читаю. Умная. Матрешка. Угу. Вон папка твой стоит, молодой, видишь? Угу. Вот. Это мама, да. С добрым утром, страна. Как спалось? Хорошо. А кто тут мекает? Кто тут возмущается? Что тебе не так? Твой диван заняли, да? Лера отвоевала диван? Или Греся отвоевала диван? Я просто больше и сильнее. Я проснулась, она на меня смотрит, сидит. Ты просто она уже думает, сколько можно спать, вставай. Да, Гресенька? Ме. Ме. Потерялись. Папа говорит, она как жаба квакает. Да. Вставайте. Все, просыпайтесь. Хозяин мой. Алло, бабуля, я сейчас кушать приду. Давай, я уже приготовилась. Ну, давай. Все, давай. Давай, готова все. Видите, какой хороший сервис в ресторане у бабули.
Вот. Хотела просто, как бы, пока я наедине с вами, мои зрители, сказать о том, как меня поражают здесь люди. Потому что на самом деле тут супер, все очень открытые. И вот я общаюсь со своими друзьями, и они рассказывают такие нереальные вещи, которые люди в других городах, наверное, в силу больших размеров, масштабов города, они как бы чувствуют себя одинокими и не всегда как бы вдаются в такие подробности своей личной жизни и вообще, в принципе, в подробности многих историй. Вот. А здесь люди очень открытые и простые, и очень доверчивые и честные. Вот. И из-за того, что мне редко приходится такое встречать, я просто поражена, как много таких людей, и ко мне приходит осознанность, почему я сама такая. Мне нужно, чтобы дойти до бабушки, это, я думаю, 200 метров, да? Вот, и я уже здесь. Сейчас у нас будет, скорее всего, новое меню. Не такое, как вчера. Так, закрыто. Меня не ждут. До этого. У тебя. Такая камера у него маленькая. Да. Ну как дела? Хорошо. Бабушку мы можем наблюдать на кухне. Тапки на лавке. О, принесла, да? Я вот так сел на диван и ноги на диване задрал. Ну, классно. Классно, классно, спасибо. Хоп, и ладошка меня даже достала. Хоп, бабушка. А дедушка тоже не может. Не может? Нет. Так он пробовал, я видела. Пробовал, но не доставал. Нужно ходить? А ты мне покажи, что ты там сняла. Я буду на YouTube выставлять. А ты что? А где блинчики? Блинчики? Блинчики поели. Да. Подожди, я. Прости, Кристина, я правда старалась. Я обещала, но тут все налетели на эти блинчики. Ручная работа. Те павлины тоже твои? Сделано с любовью. Ага. Ну, сама лепила? Сама лепила. И это тоже сама лепила? И это сама лепила. Ну, тут фон, да, не надо было лепить. Что? Фон. Ну, там не предусмотрено. Ты ж понимаешь? А тут все. Там не было клеевой основы. А я вот на той иконке, которая вот дедушкина, там я сама клей наносила, понимаешь? Сама рисунок и поклеила ему кайму. Дедушка знает, как я леплю. Я если сажусь, тогда я не могу встать. Понимаешь? Это очень затяжное такое, очень увлекающее явление. От него нельзя оторваться. Вот, бросаешь все, кухню, сон, телевизор, компьютер, все уже в стороне. Зато я иду, сажусь, и я тогда отдыхаю. Я забываю за все. Понимаешь, я забываю за все. Ну, это когда я рисую. Да? Угу. Вот, это называется... Медитация. Как? Медитация. Да, или как-то по-другому еще называется это. Ой, хотела бабушка быстро сказать, да не могу. Ну, такое удовлетворение моральное, понимаешь, психологическое. Я забываю тогда, что у меня что-то болит. Я забываю, что у кого-то что-то плохо. Я забываю за все. Я нахожусь вместе с этой иконой вместе. И я ее леплю. Я ее леплю, делаю. Она мне помогает. Хорошо у бабушки. Угу. Приезжай на следующий сезон. Да пока ресторан будет закрытый на ремонт. До следующего сезона. Приезжайте. Милости просим. Вот и закончился мой трип. Смотрите, как красиво за окном. Буду по всем очень скучать, но я всегда туда возвращаюсь, поэтому ничего страшного не будет.
я всегда приезжаю не хотя, уезжаю не хотя, всех бывает. Поэтому, ребята, смотрим, ставим лайки до следующего влога, пишем, что вам показать еще из моей реальной жизни, из моего детства, может быть, я не знаю, из Киева что-нибудь. Вот, оставляйте комментарии, не забывайте подписываться, ставить колокольчик. Всем пока! Thank you.